издана? Да, издана у меня 4 книги. Первая книга. Два автора. Курдюлов, Железов. А потом 3 лично мои. Вот они. Мало. И вы вот решили подарить именно вот эти вот 3 книги, которые вы конкретно автор, да? Да. А скажите, пожалуйста, диски это о чем? Это вся технология, как тут написано, та да я. Вот, то есть любой человек, который возьмет эти 2 диска, ставит, посмотрит, сад гарантирован. А почему? Потому что стандартная технология подразумевает каторжный труд. Вот, и постепенное уничтожение того, что растет в саду. Так принято. Мол, деревья неправильные, давайте их исправлять. Вот так и был уничтожен руками человека, не природы. Руками человека был уничтожен Саяногорский феномен. Невероятнейший, невиданных масштабов и качеств. Скажите, сколько всего экземпляров вы сейчас ставите? Книги, сколько журналов? Значит, вот это вот 1, 2, 3, вот эти вот журналы. Вот, и вот эти вот диски. В журналах там то же самое, вот, ну как в книгах, может быть, коротко или там видите, какая-то другая? Видите, это вопрос, мне отвечать очень трудно психологически. Это первое, должно быть их 12. То есть это все разжевано, удобно, карманный формат. Вот, но после того, когда было издано 20 тысяч штук в Питере, а тот, кто заказывал, а я заплатил 200 тысяч собственных рубликов за 20 тысяч этих самых экземпляров, тот человек сказал, я их продавать не буду, и они остались в Ленинграде, мне прислали пару тысяч. Ну, я их продаю на 50 рублей, 100 рублей, ну, а деньги хоть часть верну. Скажите, пожалуйста, вот если я абсолютный новичок, вот я ноль, и возьму вашу книгу, ваши 3 книги, я смогу вот прям стать хорошим таким садоводом? Хорошим нет. Очень хорошим. Только очень хорошим? Да. Причем, вы сказали, я себя возьму. Сейчас мы закончим съемку, мы с книги из этого багажника книги возьмем вот такую книгу. Эти-то уже. Вот смотрите, вот этой книги уже нет. Маленький тираж распродано. Это осталось десяток. А этих еще 500 штук я вам просто дарю от души. Ваши слова. Если я возьму. Не если, а куда теперь денетесь? Ну, да, это точно. Уже деваться некуда. Ну, в общем, все, что нужно было, я узнала. Все, спасибо вам большое. Пожалуйста. Мы сейчас еще сам.